рано. Ну, на таком все равно длина пути не так это как бы для меня накладно, но. Да, ну как, да, тут особо роли уже не сыграю. Немножко туповато просто, это туповато. Там, блин, я не знаю, Ленина один, вроде как. Короче, как прямо ехать. Я знаю. Не заезжаю. Ну, адрес называйте. Ленина 1. А я не очень уверен. Ленина 1 это плюс первый же дом. Так там такая двойная дорога там туда, да. Да, да, да. Это именно Ленина. Номера начинаются снизу от памятника. Ага. По правой стороне, если отсюда заезжать, память. Будут нечетные, слева четные. Какой памятник, только там, конечно, я не знаю. Ну, ладно, да, героям-шахтерам. Да. Как раз на светофоре, на вот этом пятаке, там тоже памятник. А, на светофоре есть, да. Все, долго. Там эти светофоры, там же в разные въезды-выезды, вот это на Королева туда-сюда, вот это на Пархоменко, и вот это же светофоры там понатыканы так же. Это еще ничего, ошибочка диспетчера. А то мне пишут, детская больница поедет на поселок Дзержинского. Подъезжаю к областной, набираю. Мы вот стоим. Говорю, я тоже тут стою, я вас не вижу. Они меня не видят. А в конце концов оказывается, что они вообще в Ровеньках. И едут, там тоже есть поселок Дзержинка. И едут туда. И, ну, замечательно вообще. Ну, да. Бывают и такие ошибки. Я все-таки, я уже как говорил, ну ладно. Я могу... Не, обратный адрес они написали, оборонная один, вот четко все. Обратно они такие, ну, я еще думаю, с автовокзала на юбилейный, потом на оборонную, думаю, ну мало ли какие, так, мало ли, да. Да, какие-то там дела, да. Кто-то может приехал с области, заехать на юбилейный, там военная часть, отдать какие-то документы и ехать домой, тоже ж может быть. Да, 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 все понятно. Я без никакого, с Цемлянки заехал же на автовокзал, встал на КПП. А, да, вот Цемлянки рядом были. Встал на КПП, стою. Никого нет, я давай звонить. Слабый сигнал сети. Все ясно. Ну, диспетчера бывают или злые, или не выспавшиеся, или уставшие. Приятные поездки. А по одному номеру, что мне вообще не ответили там. По какому? Три пятерки заканчивается. 5-6-5.